is my old friend. I've come to talk with you again. Привитус амигос, даже на фоне выхода Ведьмака, который, конечно же, играет не то что года, а, наверное, десятилетия, по-прежнему волнуется, где же там дополнение для «Одни из мы». Стали, видимо, бояться уж, не забросило ли. Нет, все помню, просто ждал подходящего, так сказать, лирического настроения. Да не, ждал. Ждал, когда же мне будет нечего больше делать. Мы добавили дополнение, оставшееся позади, классную функцию. Классную. Не новую, блять, а классную. Мы добавили новую функцию и сами же оценили ее как классную. Чтобы получить максимальное удовольствие от игры, подключитесь к Facebook. Спасибо, нет. Войдите в свою учетную запись, позволяет... войти в свою учетную запись позволяет игре публиковать записи на вашей стене. Она будет публиковать на стенах все другие. Блять, и чё классного в этой функции-то, ёпта. Такая хуйня, по-моему. Это все равно, что, прикиньте, играешь, сидишь там в Sims себе тайком, вечерочком, блядь. Хорошенько её, с друзьями там встречаешься, хуесосишь эту игру. Говоришь, что за дебилы в нее играют. А вечером пришел домой в Sims каточку. Мочкануть там, семью завести, блядь. А она тебе сидит, блядь, и все ВКонтакте на стену публикует. Гражданин такой-то, блядь, построил себе дом. Так, отображай всплывающие подсказки. Да, было бы неплохо, если бы мне напоминали, как управлять игрой. Да, было бы неплохо, потому что я пару месяцев назад прошел. Нет, максимальный, спасибо. Реализм тоже сложность не для меня, я криворукий на геймпаде. Я не знаю, есть ли в дополнении шутер, но если он там есть, то на геймпаде, блядь, шутер это... Ну, на средней и на нормальной сложности это достаточно, чтобы вам подорвало жопу, я считаю. Потому что адекватные люди знают, что на геймпаде в шутер играть, ну, практически невозможно. Некоторые играют на изи сложности, потому что там еще и автоцель. Так что то, что я играю на высокой сложности, это уже подвиг сродни геракловским, я не знаю. Хотя в этой части Гротели еще маленькая, поэтому откуда у нее пистолет? Что? Где? Цикали? Когда? Прыгните! Это что за уроды? Здравствуй. Назад, говорю! Джоэл! Но это событие второй половины игры. На плечо. Давай. Кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт. Джоэл, ну-ка. Вставай, вставай. Скажи, что делать. Давай. Ну вставай ты. Джоэл. Беги. Оставь меня. Найти Докс. Док. А это что-то где, я не понял. Зачем они вот этот фрагментик повторили? Щелкун. Ну да, ржачно получилось. Правильная реакция. Видишь негра, ты хватай перо. Ты убьёшь, правда? Мы с тобой не виделись уже даже не знаю сколько. 45 дней. Ну, по сути, 46. Интересно, где я была? Поминала кого-то, не знаю. Все это время я думала, что ты погибла. Да. Вот, смотри. Не может быть. Ты все без соседки? Мне 3 года пришлось спать под лис, а ты знаешь, как от нее воняет. Ты цикада?
Так это дочка той бабы, что ли? Которая... висит. Которая Элли что? Решила лоботомию замутить. Не хочу, чтобы меня застукали с цикадой. Расслабься. На этом этаже ни одного солдата. На, поздравляю. Эй. Без обид? Как это мудро, вступить... Без обид? Вступить в террористическую группировку и носить у себя их жетон на шее, чтобы все видели. Я могу тебе все объяснить. Интересно, а игиловцам такие выдают? Только давай переберемся в другое место. Уже почти утро, и у меня начнутся учения, на которых нас учат убивать цикад. Хватит, надевай штаны и пошли. Ой, блин. Я идиотка. Женское счастье, черные смелее. Подружки. Мы с тобой хоть раз попадались? Блин. Ну хоть что-нибудь. Черт. Вот она уже в кровище. Что происходит? Так, давай-ка повернись. Эй, я тебе клизму поставлю. Господи. Ух ты, сраненная дырка. Боже ты мой, натуре. Через, не, через Джоэла, блядь, можно газету читать. Опять чудодейственное исцеление грязными тряпками. Как временное средство сойдет. Да нет. Я сбегаю и поищу, чем тебя подлатать. Даже как не временное сойдет. Ди Каприо вон так в фильме лечили. Мозоль! Стереги его. Ну, бей копытом всех, кто войдет. Я скоро вернусь. Обещаю. Ты должна посикать ему в ранку. У нас такое ощущение, в России многие верят в целебные свойства урины. Обжегся, посикай. Порезался, сразу посикай. Так, ладно, порядок. Депрессия, посикай, ладно. Выпей. И куда мне теперь? Доктор Малахов рекомендует, как бы. А куда мне теперь? Я не знаю, куда мне теперь. Чё за статуя, блядь? Это ж Кевин Сорбо, который играл в сериале «Геракл». Colorado Mountain Plaza Information. О, у меня есть пестик, без патронов, правда. И маленький. Так, а цель за место какая? Чё? О, бля, вообще ничего нет. Чё он делает-то? Так, ну, наверное, надо ему... Нет, она пошла на охоту за оленем по сюжету. Когда встретила этого предводителя психопатов. Бля, я забыл... Переключить запись на 60 FPS, и сейчас это уже поздно делать. Но кто знает, может норм получится, Ведьмак он в 30 идет. Что у нее с глазами? А у нее есть слух, как у Джоэла? Есть, смотри. Он ее научил этому волшебному перку. Может, надо лифт вызвать? Я, бля, реально что-то не понимаю. Мне даже задачи никакой не дали. Просто иди себе и иди. Куда хочешь. Там закрыто. А это что? Там закрыто. Тут закрыто, все закрыто, бля, это что за дополнение, оно про что вообще? Про закрытые двери? Я думал, будут показывать, как Элли в детстве там что-то была, у нее что-то случилось.
Нахер мне опять этого Джоэла спасать? Если и так известно, что все хорошо кончилось. Зачем мне этим снова заниматься? Ну вот, дверь какая-то, наверное. Нет, блядь, не сюда. Черт. Сука, щелкунчик. Просто щелкунчик. Статуя Леголасу. L3, блядь, это где такая кнопка-то? Аптека Уэстона. То, что нужно. Да, ее не обобрали, конечно же, в первые дни. Там по-прежнему полно антибиотиков. Пикситек. Чтобы включить фонарик R3. Ха. Лак для ногтей в аптеках продают. Вот это поворот. Что это такое? Блядь, сейчас что-нибудь ёбнется же. Какого хрена? Таблетки сожрали, а пузырек оставили? Я видел картинку, как в российском магазине сыр откусили и оставили. Причем с пленкой и до хрена так цапнули. Что тут? Бэтмен! Ну хоть что-нибудь. Бэтмен 2, возьми ты коробочку. Вы видели? Это какая-то пасхалочка была явно. Просто не видно было, что там. Какая-то совсем глупая подсказка. Это для задротов, чтобы поставить на паузу. Увеличить. Так, фен, а это что за елдак? Дилдаки. А, это, наверное, для завивки какое-нибудь говно. Типа бигуди это массовая завивка, а это штучная. Челочку завить. Пальцами ж нельзя это... Бля, вообще, вот, сука, бабы, конечно, феноменально. Блондинки, блядь, красятся в черное. Черные красятся в блондинок, блядь. Прямые волосы надо завить, нахуй. Вьющиеся надо выпрямить, блядь. Еб твою мать. Кто им эту ебанутость насаждает? Ну, конечно, все унесли. А чё ты думала-то, ёпта? Одно и те в постапокалипсис херово тоже пришла, бля. Здравствуйте, у вас есть доктор Мом? Натуральный доктор Мом. Yes. Фармацевт. Может, у него что найдётся? 35-30-31. В магазине американская принцесса по соседству. Это он там, наверное, звуки щелкуна издает. Фармацевт спятил и напал, пришлось ему врезать, он без сознания. Ты как зомби-то вырубил? Че, зомби можно в бессознательное состояние ввести? Он же и так бессознательный. Что ж такое? Аптечка. Да как мне туда попасть? Не аптечка, это чемодан Айболита прям какой-то здоровый. Так, а ключ-то у фармацевта. Как там записка называлась? Магазин. Шутки в сторону. Какие нахуй шутки? Фармацевт спятил. Так, американская принцесса. 35-30-31. Где тут американская принцесса-то? 35-30-31. Thank you for visit. Westons. Спасибо, что... Вот так вот в Америке. Да? Спасибо, что зашли. Не обязательно что-то покупать. Ходите к нам просто так и почаще. А вот она, американская принцесса. Он его, блин, в магазине кукол запер. Вот псих. 35 вправо, 30 влево, 31 вправо. Сработало? Теперь даже цифры запоминать не надо.
как удобно. Сейчас ей втащат. Он же, наверное, щелкун какой-нибудь уже. Черт, споры. Тебе-то что до спор? Если собираетесь на меня напасть, лучше давайте сразу. Ты-то что от этого выиграешь, если на тебя сразу нападут? Чтобы не мучиться? Чтобы от страха тут не обобздеть немножко? Фармацевт. Вау. Здесь стригли детей. И куча говна под этими креслами. Означает ли это, что автор игры не любил в детстве стричься? Безусловно. Ну где этот спороносец Потёмкин-то, а? Я уверен, что ключ у него в кармане. Вон он, без башки. Тьфу, дрянь. Совсем голову потерял Фармацевт. А, вон башка на месте. Эх, только не оживай, только не оживай. В ухо ему покричи погромче. Может, послушай. Где же? О, ключ. Так, блин, чтоб тебя, зараза. Так, ключ, жвачка. Аптека, погнали. Перевернуть, закрыть, приблизить. Господи, я никогда не понимал понта вот от этих американских фотоавтоматов. Для чего? Не забывай меня, я буду по тебе скучать, но не очень, Лора. Охеренная записка. Я люблю тебя, но не очень, Майк. Блять. Сука, надо будет так Валентинку кому-нибудь подписать. В школе, прикиньте. А, черт. Костя, ты мне нравишься, но не очень. Так, надо кирпичик подкинуть, да? Так, дело в том, что я не могу его кинуть, пока она здесь стоит. Что вообще за... Ну, хоть один тут? И чё? Эх, ты какое. Один, да. Ну, Элли одного хватит. Двух она уже и не вывезла бы, наверное. Все, убирай кирпичик. Где тут дверь-то? А, вон она. Есть. И там будет пусто, потому что по сюжету она... Да. Нет. О, армейский вертолет. Шансы растут. В нем должно что-то быть. А, точно. Ты еще здесь, гад. А что, там дверь закрыта. Щелкуны, по идее, двери открывать не умеют, тем более железные. Пикситек. Писитек. Чё тут в Писитеке еще что интересное продают, интересно? Санвео, Леон, Пина, Шапира. Вы понимаете, что здесь могла бы быть ваша реклама, так сказать, но... В смысле, product placement, спонсор игры, всякие кодек, Nikon тут могли быть, вот это все. Там, ну, например, да, кодек вроде как уже разорился, но может продали кому-нибудь, я не в курсе.
Но вместо этого тут какая-то просто херобора написана. Сразу видно, что не русский разработчик, не предприимчивый. Опять лак для ногтей. Сука, сколько они лака там переводят в Америке. Ах ты, блядь, смотри-ка. Фу. Слава богу, ты умер. Старший уоррент-офицер Ларри Колфилд сегодня днем... Уоррент-офицер? Это что, блядь, за звание такое? Сегодня днем пал смертью храбрых. Ага. Мы возвращались из карантинной зоны, когда с пациентом случился припадок. Вероятно, он заразился через споры, потому что следов от укуса никто не видел. Пациент... Чего? Пациент вырвался и бросился на пилота уоррент-офицера Шона Брэндона. Вертолет потерял управление, но офицер Колфилд продолжил борьбу с пациентом и тем самым спас нас. Мы потерпели крушение в Колорадо, в загородном торговом центре. Из отряда выжили только рядовой Юджин Эллис. А, как перематывать-то? А, офицер Колфилд и я. Пациенту удалось укусить офицера Колфилда в шею. Он немного указал нам на укус. Немедленно указал нам на укус и согласился с тем, что должно последовать. Я предприняла предписание, протокол, предписанный протоколом меры, чтобы офицер Колфилд не превратился в зараженного. Да упокоится он с миром, капитан Риган Фрэнсис, 4-я пехотная дивизия, Денверская карантинная зона. Ну, то есть завалило офицера, да и ладно. Ниток нет. Ну, хоть это оставили. Хоть что, блядь, грязный бинт. Хер ли он тебе с него толку? И что это за совет, простите? Мне как-то не очень отсюда видно, что вы там мне хотите показать. Спрыгнуть, что ли, совет? Мудро. Ну, рискнем. Быстрей. Сюда. Я понял, что это будет прыгающее повествование, видимо. То прошлое, то будущее. Блять. Еще бы чуть-чуть. Сука. Этот спрыг а для быстрая? Носа. Такая херня. Это круто. Спасибо. Че там в рекламе? Ну, в рекламах побежали. Говорят, что там в нос пшикнул пару раз, и, блядь, и все прошло, а тут сидишь, поливаешь им. Цикад? Да. Он тут-то с этого. Помнишь так, того парня, которого ты укусила и пушку забрала? Да, я его помню. Это Тревор. Короче, я его увидела на улице и решила за ним проследить. Ну. Он зашел в переулок, и там на меня набросились цикады. А-а-а. И утащили прямо к себе в логово. К Марлин. А, ну... Страшно так, было. Так ты не дочка Марлин, значит? Да, жути. Просто я вы думала, похожи, вы обе черные. Точно пристрелит. А она только спросила, чё так долго? Она меня ждала. И она сразу приняла тебя в цикады? Чё так долго, ну, сучка? Типа того. Должна была всё, что было до этого, это, оказывается, проверка. Она испытывала мою преданность. А. Ебанутость она твою не испытывала. Разыскивается за связь, за половую связь с цикадами. Марлин, герой. Помяни черта. Про тебя спрашивала. Да ну. Говорит, ты похожа на свою мать. У людей бывают ну, самые разные герои. Идем. Нам вот в детстве запрещали играть хороший в таких зданиях. Взяли. Может и кирпичик на голову упасть. С кем ты теперь тусуешься? Не знаю. Да ни с кем. А как же Тина и остальные ребята? Как они там? Райли, они твои друзья. Но ты с ними общаешься? Ну, да. Вы же звали себя шоколадная банда, меня не брали. Я была сливочный батончик. Ну, камон. Расовый юмор. Где он? В жопу толерантность, это скучно.
Такое ощущение, что в эру толерантности шутить можно только про евреев. Знаешь, что такое? Роберт. Роберт Васхир. Робер. Да, ты даже стёрт он. Ту вас... Тино Васхир. Роберт и Тино были здесь. И Скотт был с ними. Чё за пидорская тусня тут произошла? Чё они в ванне делали, блядь? Придурки. Услышала уже голоса? О, ха-ха-ха. Ой, прости, не хотела обидеть твоих друзей. Так что? Ты поверила в их идеалы? Я не знаю, я поняла одно, я не солдат. Никдольдатн. Я помню, это мода начала нулевых маркерами писать повсюду. Здесь были, там в мужском туалете в школе, блядь. Здесь были, Гена, Вова, Петя, блядь. Так хотелось дописать. Поролись в очко, ёпта, придурки. Нравятся мне, блядь, игры про постапокалипсис, конечно, не знаю почему. Don't be a sheep. Проснись. 30 дней, ага. Люди заражаются каждый день, просто они это умело скрывают. Ты видела других зараженных? На обряде посвящения цикады меня заставили убить. Знаешь, давай лучше сменим тему. Свою мать? Ладно. Это, блядь, было бы круто. Нихуя такая группировка, блядь. Жестче, чем безупречные в Дейнерис Таргариен, блин. Тебя хоть щенков убивали. Черт, прячься! О. Прости, что-то я психованная. Тут скользко. Ну, да, конечно, не каждый день в террористы принимают. Может мне податься в цикады? Элли, не будь повторюшкой. Я об этом Марлин первым делом спросила. Она хочет, чтобы ты сидела в этой дурацкой школе. Даже сказала, чтобы я к тебе не ходила. Мы берем только черных, а да? А ей-то что? Боится, что втяну тебя в неприятности. Ну-ну. Я и сама их хорошо нахожу. Да я в курсе. Я не в курсе. Может, расскажете? Вот так замечательно пиздите без умолку, что... Ха, солнечные батареи. А что, неплохо. Варик. Поэтому, наверное, тут свет и горит. Я смотрел... Эй, ай, блядь, помнишь, как я начинается. Тебя сюда привела? Зачем мы сюда залезли, Райли? У меня для тебя сюрприз. Какой? Динозавр? Может. За динозавра я тебе все прощу. Подожди, скоро увидишь. Членозавр. Помню, по телеку показывают передачу, как в Германии живут эти всякие частные дома. У них стоят солнечные батареи на крыше. Ночью, короче, у них счетчик электричества мотает, а днем за то, что батареи вырабатывают электричество, счетчики отматывает, типа. Ну, короче, солнечные батареи электричество обратно государству продают. Ну, ОРТ. Наверное, пиздят. Веритас Кулуар? Веритас. Что-то знакомое. Знаешь, они уже были у меня в руках. Наши ружья? Гонишь. Не поверю, что капрал Мудозвон их тебе отдал. Нет, конечно. Я пролезла в кабинет. Так вот, я схватила их. Но тебя сцапали. Но меня сцапали. Как наказал? 2 недели дежурства. Панда-патруль. По сортирам. По сортирам. Элли. Говорю же, забудь про них. Нам их не видать. Веритас было нататуировано на указательных пальцах святых из Бундока. Вот, вот где я видел эту надпись. И это то ли справедливость переводится, то ли... Что-то такое. Не верится, что Уинстон умер. Уже знаешь? Да. Вы прочерчили, что? Говорят, свалился с лошади.
Инфаркт или типа того. Ага. Блин. Лет 300 назад. Хотя они сейчас умирают от старости. Какой там год у них? Я таких не знаю. Вот-вот. Посмотрим, что он оставил. Что вообще значит умереть от старости? Умирают всегда от болезней, которыми болеют в старости. Ну никак не просто от того, что ты состарился и старый, и все. Возраст что? Тикнул, и все. Это Уинстон? Да он раньше был красавчик. Ух ты! Будешь? Ну, давай. Давай. Заблюем. Ты смотри, это не пиво. Ага. А что это? Уинстон в бутылку нассал, наверное. Ни хрена себе. На, вот гадость. То-то. За Уинстона. Как дерет. Давай. А я в их возрасте таким дерзким не был. Что опять? Седло? А с принцессой что? Ну, я думаю, кто-то ее себе забрал. Бедная лошадка. Небось, не поймет, что случилось. Так, микросклеечка. Давай, пошла, 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 давай, родная. Что ты так смотришь презрительно, как на говно? Знаешь, дорогая, лет 70 назад мы бы с тобой даже в одном автобусе не ездили. Вау. Элли, мне кажется, нам туда. Помоги поднять. Ну, конечно, тебе виднее. Что поднять? Палочку поднять? Что, бетон поднять? Ну, ты тупая. Или что это? Что, ничего не поднимаешь? Ненавижу тут лазить. Всегда боюсь, что нас сейчас завалит. Сваю, блядь, железную подняли две девочки. Берегись! Знаешь что? Давай поищем другой путь. Знаешь что? Пошла ты вообще да. Нахуй, я домой пошла. Хорошая мысль. Прикинь, бы вот ты туда залезть успела. Был у меня в детстве один друг такой тупой. Давай на льдинах покатаемся, давай на буйке, блядь, зимой попрыгаем. На товарнике давай прокатимся. Блять, как мы дожили-то до таких лет, вообще непонятно. Вот и связываешься с дебилом. Слушай, я тебя подсажу. Попробуй открыть с той стороны. Вариант. В детстве-то понятно, все весело. Но если у вас есть такой друг, мои дорогие школьники, у вас есть хороший шанс встретить зрелость, блять, на коляске какой-нибудь. И ездить на ней до конца жизни. Ну, в 90-е-то понятно, делать было нечего, Райли! кроме как по стройкам гулять, там же играть, там же бегать. Недострои всякие, стройплощадки. Ух ты, вау. Дура, второй раз за сегодня! И как мы раньше это место не нашли? Оставь маску себе, ты так симпотней. Так, я нашла маску прямо для тебя. Райли! Тыкву. Идеальную. А, оборотень? Да. Посмотри. Это что, у тебя типа оборотень? Надень-ка. У тебя типа. Тупость. Чё ж одела тогда? Да, крутяк. Порычи. Ры-ры, блядь. Рр. Элли, не тупи. Это оборотень импотент. Рыкни по-настоящему. Ох, нихуя, как она медленно заполняется. Другое дело. Давай глянем, что тут еще есть. Кроме зеленого Халка в деловом костюме? Сколько тут всего. О, Сталин. А, нет, Дракула. А вот так почти Сталин. Сталин, блядь, в американском магазине ужасов, я думаю, нормально. Нормально было бы. Самое оно. Их же с детства там, наверное, запугивают, блядь. Коммунисты, коммунисты, русские. Увы, бедный дурачок. Я знала тебя. С медведями да с балалайкой придут захватывать наш демократия. Маска Бабы-Яги. А что еще есть?
Ну давай эту. Ну при чем тут римский легионер? Скелет-пророк. Задай ему вопрос, если осмелишься. Ладно. Мы сегодня умрем? Ничего. Что за фигня? Переверни, слышь, балда. О, похоже, ужасно маловероятно. А, фу, слава богу. Что еще она может спросить я тупого? Я когда-нибудь сыграю в видеоигру? Твои шансы ничтожны. Пошел ты, черри. Видеоигру. Где? Я поезжу еще за рулем. Где ее взять-то, видеоигру? Костями чую, да. Ну ладно. Эй, как смешно. Блять, сколько там видов вопросов-то? Мы когда-нибудь выберемся из этой карантинной зоны? Ты да. Ответ окутан мраком. Значит, шанс есть? Блять, заразительная штучка. У меня сиськи вырастут или как? Ха-ха, блять, нет. Духи хранят молчание. Сиськи вырастут или как? Ну, конечно. А сколько тебе лет-то, плоскодоночка? У тебя вон и шоколадная подруга не особо фигуристая. Мы вернем свои водяные ружья? Дух говорит да. Ага, ты слышала? Ружья-то к нам еще вернутся. Забудь про них, Элли. Забудь. Че ты доебалась-то до ружей? Интересно, Райли когда-нибудь научится играть в покер? Я тебя вообще-то слышу. Ответ не ясен, но надежда еще есть. Не, я забила. В покер играй сама. Лошара. Ты придурок? Охуенный вопрос. Чел круто выглядит. Я уверен, что это так. Ну, как скажешь. Интересно, какой там механизм внутри? Плавающая херовина просто в воде, которая переворачивается, что ли? Поэтому надо трясти ее. О, Angry Birds. А, тройной феникс. А, не Angry Birds. Birds. Gonna everybody birds. The birds. Ну как? Миленько. Ну, спасибо, добрый голубь. О, может, фуфаечку оденем? О, вон где самые крутые маски. На верхней полке, блин. Что? Показалось. Все, ладно, пошли, хватит тут. Чего? Глаза в банке. И что, люди это покупали? Не врубаюсь. Ну да, раньше трупов так часто не видели, как вы. Еще одну нашла. Вау! Вот это тебе идет. Это было тупо. Ага. Так, а где выход-то из магазина? Мы так и будем в них в масках бегать, что ли? О, у меня мысль. Видишь машины внизу? Ну, да. Красная твоя, моя синяя. Бросаем кирпичи. Побеждает тот, кто разобьет все окна в своей машине. Ты... Шутишь? У меня глаз алмаз. Ха, супер. Что за, блядь, идиот? Проигравший... Мысли у них в голове. Ответ на вопрос. Без сарказма. А если там мы что, сигнализация? Мы что, играем в чистосердечное признание? Хм, ладно, поехали. Так, моя какая? Моя красная. Фигак! Фигак. А еще. Отстой. Где кирпичи столько нашли? В яблочко. Ха.
Я ее даже на геймпаде выигрываю. Вот как это делается. Второе. Блин. Че второе? У меня вон уже все. Бам! Блин. На крыше тоже окно? Да. Блин. Помочь ей, что ли, по ее окну бросить? Что, нравится? Последнее. Наши победили. Я чемпионка! У моей стекла были толще. Ну да, можешь не оправдываться. У тебя пальцы, теперь, блядь, толще. Теперь вопросик. Уже страшно. Почему ты ушла? Почему ты набросилась на меня? Марлин говорила про маму. Даже не думай. Что не думай? Так, почему ты ушла, не предупредив меня? Я была в прострации. Слушай, я же никому не сказала. Прекрасно. Я что, тоже для тебя никто? Да? Бедная пухленькая просто... Элли. Идем. Тебе надо это видеть. Тут рядом. Ты не ответила на вопрос. Она не любит проигрывать просто. Не умеет, вернее. Коза какая. Блять, тут... А, ну они же внутри карантинной зоны. Что мы тут забыли? Поэтому они не боятся. Страшноватое место. Что здесь так кто-то вот, водится. Помнишь, мы думали, что свет есть только в нескольких районах. Ну? Иди за мной. А остальные что, свечки палят? Эй, пошла в жопу, я занята. Майор Бэнкс, это уже мой третий запрос с просьбой увеличить число патрулей в этой местности. Город наводнили беженцы из Хартфордской карантинной зоны. И многие из них проходят через торговый центр, потому что знают, что тут мало солдат. Эти люди готовы на все, и в большинстве случаев они попадают в город, уже будучи зараженными. Как я указал в докладе, только на прошлой неделе мне пришлось нейтрализовать сразу трех зараженных на первой стадии. Я понимаю, что ресурсов мало, но если вы нам... Но если нам не пришлют подмогу, наш торговый центр просто сметут эти суки. Сука, 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 мать вашу за ногу. Хер ты моржовый, да кому я все это пишу? Навеки ваш, сержант... Навеки ваш лакей, сержант Уинстон Эшер. Уинстон. Это тот Уинстон, которого они упоминали? Бля, крепкий. Включаем. Электричество-то есть. Крепкие у них пилотки, я только там и то зассал лазить. Надо просто обратно врубить. Спорим, не работает? Током даст он, блядь, по мозгам-то. Я же тебе говорила. Везде, что ли, свет зажегся? Пойдем проверим. Блядь, сейчас взрослые придут, надерут вам сраки, блядь, и будут правы. Ты готова? Слушай, я... Как корова, давай. Понимаю, куда ты клонишь, и... Я очень рада, что ты жива. В смысле... Я рада, что мы снова вместе, и... Прости меня. Я тебе тогда перед уходом... наболтала ерунды. Давай, палочка шоколадная, жми на дверь. Райли, ты такая нюня. Ты сама начала. Да. У нее даже голос, как у Райли Фримана. Готова. Из сериала «Гетто», конечно. Нифига себе. Что там, каруселька заработала?
Все, свет вырубили. А, черт. Рваное повествование. Как это круто, боже мой. Так, ну как она туда заберется и что не увидели, я думаю, мы уже увидим в следующей серии. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. О боже, реклама каких-то гоможилеток. Жесть. Ну и мода. Все, пишите, жмите.